НСТ 14,5 мм – крупнокалиберная снайперская винтовка, разработанная азербайджанскими инженерами на научно-производственном предприятии Министерства оборонной промышленности. Основное назначение винтовки – борьба с техническими средствами противника на средних и больших дальностях. Для этого в боевом оружии используются весьма мощные боевые патроны – 14,5 мм. Основными целями для винтовки НСТ могут являться автомобили, самолеты и вертолеты на стоянках, средства связи, топливохранилища, а также бронетранспортеры и укрепленные сооружения, то есть более защищенные цели. Разработано, 2 года тому назад начали разработку, недавно осваивали, сделали тест испытания. Калибр этого снайпера 14,5. Цель уничтожения 1600 метров. Вес этого снайпера 19 килограмм. Длина этого снайпера 1 метр 90 сантиметров. Магазин, у него там 5 патронов, стреляет одиночным выстрелом. Есть хороший компенсатор, который нам помогает во время стрельбы, отдача снимает 50%. Имин Ахмедов, как инженер, который непосредственно принимает участие в разработке этой снайперской винтовки, говорит, что самыми главными преимуществами НСТ и винтовок такого типа – это ее вес, ну и, конечно, ударная сила. Сейчас разрабатываем, еще продолжим работу. Мы хотим достигнуть цель 2000 метров и уменьшить еще вес 1 килограмм, чтобы 18 килограмм получилось. Это для одного человека нормально. Сейчас у нас это идет испытание, окончательное испытание идет. Мы готовимся на следующий год. Но есть хорошие станки, хорошее оборудование обеспечило наше министерство. С помощью этого мы сможем разрабатывать еще дальше хорошие снайперы. На научно-производственном предприятии налажен полный цикл производства снайперских винтовок НСТ 14,5 мм. Владислав Ващишин, Наиб Гаджиев, CBC.